Сегодня были на охоте. Добывали еду. Там я хотя бы знаю, что ем. То другое тело. А надо заботиться об этом. Да. Хорошо, понял. Ешь давай. Так. Дай бумагу. Дай сюда. Вид у тебя кошмар. Спасибо. Не бережешь себя совсем. Только сначала эту дрянь выкини, а уж потом поучай. Я с тобой сейчас говорю как начальник. И в некоторой возможной перспективе как друг. Побереги себя, пожалуйста. Ешь давай. Поверь мне, я многое пережила. Так что же случилось в школе, Грейс? Сестра Нейтири Саванин перестала ходить в школу. Ее злило, что вырубают лес. И однажды прибежала она и еще двое мальчиков, все раскрашенные. Они подожгли бульдозер. Решили, что я смогу их защитить. Солдаты догнали ребят у школы. Они убили Саванин прямо в дверях, на глазах у Нейтири. И остальных расстреляли. Большинство детей я вывела. И больше я их не видела. Мне очень жаль. Ученый всегда объективен. Мы не должны поддаваться эмоциям. Но я 10 лет своей жизни отдала этой школе. Меня называли Санук. Мама. Мама. Да, такую боль не оставишь в аватаре.